Я хорошо знаю, как это тяжело удержаться. Не вернуться к мужчине, который много раз причинял тебе боль. Не простить. Не прыгнуть в последний вагон поезда, на котором ты сама же крупными буквами писала слово «счастье». На самом деле этот поезд едет никуда. Это очередная утопия. Иллюзия, самообман, новый круг ада, абонемент на новые страдания. Каждый раз, когда ты захочешь вернуться к мужчине, который постоянно делал тебе больно, вспомни все предыдущие попытки. Поверь мне, лучше один раз перестрадать, чем десятки лет мучиться. Держись. Просто держись.